США потратили миллиарды долларов на секретный проект по освоению Марса. Удивительно, но в 60-е годы прошлого века американские конструкторы и инженеры занимались проектировкой города, который должен был появиться на Красной планете. Биологи выводили специальные сорта растений, которые смогли бы расти в марсианской почве, а авиаконструкторы создавали ракету, которая должна была доставлять простых американцев на Марс. В 70-е годы этот фантастический проект неожиданно закрыли. Официальная причина – планета Марс признана непригодной для жизни. Правда, многие исследователи уверены, работы по освоению Марса свернули совсем по другой причине. На Красной планете была обнаружена жизнь. Это Марс, красная планета. Такой необычный цвет Марсу придает его грунт. Он буквально состоит из окиси железа, а проще говоря, из ржавчины. В такой почве не способно вырасти ни одно растение. Поэтому поверхность Марса похожа на пустыню. По мнению ученых, на Марсе вообще не может быть жизни. Ведь его атмосфера практически полностью состоит из углекислого газа. В ней нет даже грамма кислорода. Но самое удивительное, перепады температуры на Красной планете достигают 160 градусов. Это невероятно. Но в 60-х годах прошлого века секретная лаборатория НАСА разработала уникальный проект по освоению Марса. Именно на этой безжизненной планете аэрокосмическое агентство планировало построить не просто марсианскую базу, а целый мегаполис для американских граждан с населением 10 миллионов человек.